защитных покрытий. Глава Чувашии отметил, даже при падении покупательского спроса предприятие не снижает объемов и поставляет свою продукцию в 21 регион страны. Михаил Игнатьев ответил на вопросы рабочих. Речь, в частности, шла о том, как решаются жилищные проблемы на селе. 70% получают те специалисты, которые живут на селе и работают на селе. Сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культура. Вот 70% безвозмездно получает субсидии от количества членов семьи. Иной раз сумма доходит там до 1 миллиона рублей. Это первая программа. Вторая программа – это программа «Жилище», программа «Молодая семья». Там мы выделяем безвозмездные субсидии до 35-40% от количества детей в семье. Глава Чувашии и столичные градоначальники ознакомились и с ходом реконструкции Марпасадского шоссе. В этом году работы ведутся на участке от хозяйственного проезда до кольцевой развязки. И после их завершения еще одним бутылочным горлышком на этой оживленной трассе станет меньше. Кроме расширения проезжей части до 6 полос, здесь построят надземный пешеходный переход, тротуары, благоустроят прилегающую территорию. В конце июня месяца, опережая даже те сроки, которые были подписаны по юридическим документам, поставлена задача в конце июня ввести в эксплуатацию. Вместо 4 полос будет 6 полос. По стоимости, если взять, конечно, серьезные значимые средства выделяем. 171 миллионов рублей. Это республиканские средства, часть городские средства. Это, можно сказать, 1 километр, 107, это огромные средства. Почему? Потому что очень много коммуникаций. Водопровод, канализация, ливневка, газовые сети, троллейбусные линии, электрические сети. О том, как благоустраиваются дворовые территории, речь шла в одном из дворов по улице Гастелло. Михаил Игнатьев пообещал, что к 2018 году максимум все работы будут закончены. Задача вполне посильная, поскольку на сегодня отремонтированы и реконструированы 70% всех дворов, нуждающихся в благоустройстве. В рейтинге инновационного развития регионов, который представил Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики, Чувашия заняла 5-е место. Наша республика расположилась сразу после признанных лидеров Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Калужской области. Экспертная комиссия изучала инновационную деятельность регионов по нескольким показателям, таким как социально-экономические условия, научно-технический потенциал, качество инновационной политики и, собственно, инновационная деятельность. Лидеры по технологическим инновациям – это, как правило, регионы, где наблюдается инициативность компаний в самостоятельной работе нововведений. Лучшие результаты по этому показателю у Чувашии и Мордовии. В сфере нетехнологических инноваций лидирует, опять же, Чувашия, а также Татарстан. Экзамен для лагерей. В этом году в республике распахнут свои двери 22 оздоровительные базы. Готовность одной из них проверили пожарные и полицейские. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Сотрудникам МЧС хватило даже беглого осмотра, чтобы указать работникам лагеря на недочеты. Данный знак в случае ЧП подскажет, где расположен пожарный гидрант. Но найти его по этой схеме будет не так-то и просто. Надо было циферки написать вот чуть ниже. Пойдемте дальше. Я думаю, это мы исправим сегодня же, да? А вот огнетушители в загородном лагере перед проверкой успели поменять. Хотя спальные корпуса от пожаров здесь оберегают и датчики дыма, и специальная система «Стрелец». В прошлом году этим комплексом обязали оборудовать все объекты с массовым пребыванием людей. Данная система, она устанавливается в лагере, называется она «Стрелец-мониторинг» и подразумевает именно передачу без участия человека сигнала о пожаре. То есть на пульте диспетчера пожарной части загорается сигнал о пожаре и уже не от Отзваниваясь в лагерь, пожарная машина обязана выехать к месту именно сообщения о пожаре. В арсенале дежурного всегда под рукой должны находиться фонари и противогазы. Инспекторы пожарного надзора говорят, что эти правила соблюдают далеко не все. А где-то во время проверок для отвода глаз проверяющих и вовсе выставляют нерабочие приборы. В этот раз сотрудники МЧС устроили работникам лагеря небольшой экзамен. Проверим, работает или нет. Включите, пожалуйста. Новый? Новый. Готавливаемся к сезону. Часто лагеря нарушают и другие правила. К примеру, захламляют или запирают на ключи выходы для эвакуации. При нахождении детей двери должны быть всегда у нас открыты. И можно пользоваться только вот этими легко открывающими запорами. Вместе с пожарными свою проверку проводят и сотрудники МВД. Сейчас полиция требует ограждать лагеря бетонными заборами и выставлять у входа специализированную охрану.
Также немаловажно наличие тревожной сигнализации на объекте, то есть с выводом в органы внутренних дел, то есть или служба 112, то есть специальные службы, специально реагирующие на данные сообщения. Помимо этого, должен осуществляться контрольно-пропускной режим со средствами контроля и управления доступа. Проверяющие отмечают, что лагеря стараются готовиться к летнему сезону задолго. Нарушения выявляются все реже и реже. В республике не сдал экзамен только один лагерь в городе Ядрин. Во время проверки лагеря «Жемчужина Чувашии» сотрудники МЧС не выявили серьезных нарушений. Сегодня же были подписаны необходимые документы о его приемке. Но в ближайшее время с работниками учреждения проведут обязательный инструктаж, чтобы обучить их предотвращать серьезные ЧП. Андрей Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. В центре Чебоксар в середине дня сегодня загорелось кафе. Оперативно на место возгорания выехали пожарные машины. Видео нам прислал наш телезритель, который успел снять тушение. Сообщение на пульт пожарных поступило в половине 12-го. К полудню огонь успели потушить. По словам сотрудников МЧС, сгорела кровля кафе. Пожару был присвоен повышенный ранг. В тушении были задействованы 4 пожарных автоцистерны, сообщили в пресс-службе МЧС. В Мариинско-Посадском районе прошел первый всероссийский пленэр памяти народного художника Чувашии Николая Овчинникова. Мастерскую под открытым небом посвятили и 55-летию художественно-графического факультета ЧГПУ. На 3 дня район стал центром культурной жизни республики. Еще при жизни Анатолий Овчинников подарил большую коллекцию своих работ родному краю. Сегодня картины художника хранятся в галерее Дома культуры первочурашевского сельского поселения Марпасадского района. Очень был востребован и при жизни как художник. И вот после жизни, когда уже коллекционеры начинают бродить и искать произведения конкретного художника, как Николая Васильевича, и у нас произведения практически в республике, кроме музея Чувашского государственного художественного, практически там уже, то есть мало работ, нет практически работ. А здесь вот такое собрание, которое просто уникальное, просто много замечательных картин. Сельский быт, люди и местные пейзажи вдохновляли Николая Овчинникова. Именно поэтому родилась идея проведения пленэра на родине мастера. Первый пленэр мы проводим чисто нашу инициативу. Вот, слава Богу, вот есть поддержка в районе, очень хорошо поддерживает. Друзья тоже, которые в этом районе живут, наши тоже поддержка есть. Почтить память Николая Овчинникова съехались художники со всей России. Гостями пленэра стали живописцы из Санкт-Петербурга, Волгограда, Оренбурга и других городов страны. Свое видение родных мест Николая Овчинникова они отразили в красках. Часть работ художники увезут домой, а часть преподнесут в дар школам и музеям Мариинско-Посадского района. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика. Советский писатель, актер и кинорежиссер Василий Шукшин по сей день остается одним из актуальных авторов. По его произведениям снято немало фильмов и спектаклей. В Чебоксарах на суд зрителей Театр юного зрителя имени Сейспеля представят лирическую комедию «Покажите мне весну». На генеральной репетиции спектакля побывали мои коллеги. В постановку вошли 3 рассказа Василия Шукшина: «Хозяин бани и огорода», «Микроскоп» и «Степка». Эти произведения объединены сквозной темой – любовью к родному краю, земле и родительскому дому. Ольга Почалкина играет в отрывке «Микроскопа». Ее героиня Зоя – женщина боевая. Искали, очень много искали, образ искали. Вначале вроде все нашлось, а потом вот по ходу работы все куда-то делось. Перестало нравиться и режиссеру, и мне самой. Вот приходилось заново все искать. Что получилось, зритель скажет, зритель оценит. Сказать не могу, что получилось в результате. Яркие образы и характеры, которые вот уже много лет привлекают и актеров, и зрителей. Удивительные житейские истории сельчан, наполненные юмором и самобытностью. Все это можно сказать о произведениях Шукшина. Подготовка к спектаклю шла несколько месяцев. Мы стараемся как бы донести и поставить те вопросы, которые важны сегодня, и вместе подумать. Как жить дальше, как нам развиваться всем вместе. И, конечно, театр здесь играет огромную роль. В разные годы в репертуаре театра шли и другие постановки по произведениям Василия Макаровича. Его творчество наполнено глубоким смыслом. Через призму русской деревни он показывает нравственные проблемы и общечеловеческие ценности. И в наше время важно об этом не забывать. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов, Республика.
А известного азербайджанского поэта-философа вспоминали в Чувашском государственном педагогическом университете. Там прошла международная научно-практическая конференция. В центре внимания творчество азербайджанского поэта рубежа 12-13 веков Низами. Как Пушкин дорог для России, так и Низами для Азербайджана. Знает и ценит поэта в нашей республике. Его имя носит одна из улиц Чебоксар, сквер, переулок. А 12 лет назад в его честь на южном поселке открыли памятник. Чтобы еще больше укрепить дружеские, деловые и научные связи между Чувашией и Азербайджаном, сотрудники и студенты историко-филологического факультета решили организовать международную конференцию. Со своими исследовательскими работами выступили более 60 участников. Среди них школьники, студенты, преподаватели, общественные деятели и даже представители Азербайджана. Низами для всегда для нас был ориентиром, маяком. Это наша гордость. И особенно приятно, что, будучи азербайджанским, великим азербайджанским поэтом-мыслителем, Низами стал принадлежностью всего человечества, всего мира. Это одна из вершин человеческого духа, несомненно. И для меня это большая честь принять участие в этом мероприятии, большая радость приехать в ваш город. В здоровом теле здоровый дух. В спорткомплексе «Спартак» накануне собрались, пожалуй, самые активные и самые спортивные руководители предприятий нашей республики. В республиканском турнире по волейболу принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Популяризация волейбола и пропаганда здорового образа жизни – вот главные цели турнира «Победа». За звание самых спортивных боролись команды Кабинета министров Чувашской республики, руководители электротехнической, химической, машиностроительной отраслей и легкой промышленности. Кстати, турнир был посвящен 70-летию Великой Победы. Спортивные встречи после напряженного рабочего дня всем очень кстати. Организм требует смены занятий. Но в перерыве можно обсудить и рабочие моменты. Сегодня мы решили собраться неформально, посмотреть себя с другой стороны, посмотреть команды, командный дух каждой из сторон. Поэтому, я думаю, плюс это все сближает нас. Мы единая команда в республике. Это власть республики, предприятия реального сектора экономики. Поэтому мы хотим быть как можно ближе, решать общие задачи. Победа в этой игре досталась команде машиностроительного комплекса. А в планах администрации сделать подобные встречи хорошей традицией. И вполне возможно, что в следующий раз команды посоревнуются в других видах спорта. Таких, например, как футбол или баскетбол. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Физкультурой и спортом у нас занимается треть населения республики. Недавно пришло подтверждение, что Чувашия в тройке самых спортивных регионов. Эту информацию на заседании Общественного совета при Минспорте России сообщил заместитель министра Павел Колобков. Он отметил, что по степени вовлеченности населения в систематические занятия спортом высоких показателей достигли Краснодарский край, Мариэл и Чувашия. К 2020 году этот показатель в стране должен составить 40%. По итогам прошлого года в нашей республике физкультурой и спортом занимаются уже 37% населения. Что особенно важно, здоровый образ жизни напрямую влияет на решение социальных проблем. Так, каждый систематически занимающийся спортом человек проболел в год в среднем на 2,5 дня меньше, чем не занимающийся. Таким образом, государство сэкономила более 25 миллиардов рублей. Это была последняя информация к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика» в 20:00. До свидания.